Занцев и Константин Генич. Внес Роналду. Опасно! Отличное спасение. Отбил мяч вратарь. Состав сборной Франции. В воротах Вена. В защите Упамекану играет. С Паваром. Чуамени вместе с Усманом Дембеле в центре полузащиты. И в нападении сегодня сыграет Килиан Мбаппе. Состав сборной Португалии сегодня. В защите Рубен Диас играет. Можно забивать. Извини, что прерываю. Вратарь сыграл, но мяч забрать не получилось. И на этом все. Атака закончена. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Хорош он в отборе. Мяч в аут уходит. Вот Мбаппе сегодня многого ждут, да? Разговоров, по крайней мере, столько о нем было. Ну, максимум внимания. Русвич, извини, что прерываю. Это отличный шанс забить. Есть первый гол у нас. Очень резвое начало с быстрым голом. Нас ждет атакующая игра сегодня. В этом нет никаких сомнений. Какой классный пас в разрез у него получился. Еще раз мы смотрим этот гол. И еще раз посмотрим на удар Криштиану Роналду. Он в очередной раз сделал все идеально. Точность и силы получились такими, что даже средняя дистанция до ворот показалась несущественной. Чуамини. Антуан Гризман. Какой опасный был момент! Бернардо Сильва. Жуан Канцело. Навес на Роналду. Что дальше? Игра продолжается. Вратарь не забрал мяч. И выносит мяч защитник. Теряет мяч Коман. По линии. На другую сторону они мяч переводят. Хорошо, он с мячом вперед идет. Уходит в центр с фланга. А вот этот Ляо! Можно продолжать играть. Они не смогли довести атаку до опасного момента. После некоторых раздумий судья назначает штрафной удар. Дембеле. Килиан Мбаппе. Не сбавляют атакующий настрой и продолжают двигаться вперед. Кингсли Коман. Это был отличный удар, но мяч изменил направление. Бернарду Силва. Канцелу. Роналду. Адресат передачи. Ничего не получится. Шанс упущен. Антуан Гризман. Тут его накрывают. Здорово уходит от соперника. Подает он нам Мбаппе. Слишком далеко пролетает мяч. Не удалось попасть в створ. По линии. Сборная Португалии остается без мяча. Меняют они стороны атаки. Нуно Мендеш. Мяч у Пепе. Вот может быть опасно. Как играет. Отличный блок. Килиан Мбаппе. Дарит Бернарду Силва мяч сопернику.
Кингсли Коман. Антуан Гризман. И Гризман подает. Штрафной мяч еще. И в последнюю секунду мяч переходит к сопернику. Судья назначает штрафной удар. Был фол на игроке сборной Португалии. Жуан Канселу. Уходит он от защитника. Канселу. С мячом Бруно Фернандеш. Удар! Есть гол. И теперь они на два мяча впереди. Два-ноль счет теперь. Кто знает, может быть, еще голы мы увидим. Криштиану Роналду. Мяч выбит. Очень хороший отбор. Тео Эрнандес. Арбитр дает свисток на перерыв. И скоро мы узнаем, несут... Второй тайм начинается. Пока что у сборной Франции серьезные проблемы. Они уступают с большой разницей в счете. Атака прервана. Хороший перехват. Разве его остановишь? Все просто. Вынос. Уходит вперед Мбаппе. Не дали этой передаче разрезать оборону соперника. Добрым словом, сейчас судью на трибунах точно не вспоминают. Был тут пенальти, по мнению болельщиков. Антуан Гризман. Мбаппе. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Как уходит он от защитника. И здорово играет второй игрок обороны, помогает отобрать этот мяч. Мбаппе. Антуан Гризман. Мбаппе. Может быть опасно, если игрок обработает мяч. Гол! Как здорово он построился под этот мяч. Пробил отлично. Прекрасный гол. Хороший гол получился у сборной Франции. Теперь разница в счете сократилась до одного мяча. А вот сейчас может быть опасно. Блестяще! Подает Бруно Фернандеш. Разрядил он обстановку сейчас. Этот удар опасности не таил. Слишком уж далеко было до ворот. Сейв кончиками пальцев. Мяч проходит выше. Угловой подавать будет сборная Португалии. Для них это хорошая возможность увеличить свое преимущество в счете. Эрнандес. Мбаппе. Нет мяча больше у Гризмана. Хорош он в отборе. Мяч в аут уходит. Ляо. Рубен Невиш. И как здорово он сыграл сейчас. Mm-hmm.
Гости очень активны в последние 15 минут. Мяч в основном только у них. Они здорово смотрятся, создают моменты для еще одного забитого мяча и не дают сопернику даже шансов на какую-то контр-игру. Хотя сейчас им приходится обороняться. Главное не дать сопернику довести мяч дальше. Есть гол! Уступая в два мяча, они нашли в себе силы отыграться. Они сравняли счет на табло 2-2, и остаток матча обещает быть интересным. Жюль Кунде. Опять у Кума на мяч. Подача в штрафную. Здорово играет вратарь. Болельщики приветствуют этот угловой. Еще бы, давно их команда не имела моментов забить. Антуан Гризман на Упамекану пас. У вратаря никаких проблем в этом накаленном эпизоде не возникло. Португалия идет вперед флангом, и там есть свободная зона. Подача в штрафную. Интересное завершение тут может получиться. Какой опасный был момент! Орельен Чуамини. Жюль Кунде. Аут в пользу Франции. Еще достаточно игрового времени, 10 минут. Здорово сыграно, мяч остается в игре. Сборная Франции идет вперед, судья показывает, что можно играть. И все, преимущество закончено и будет штрафной. Сейчас один гол может стать решающим, времени отыграться у соперника уже не будет. Ворота все ближе. Спасает вратарь команду. Потрясающая реакция. Удар с такой дистанции мог сейчас решить исход всей игры. Браво, голкипер. Бруно Фернандеш подает. Вратарь играет надежно и добирается до мяча. Отличное спасение голкипера. Справился даже под прессингом. Основное время этого матча заканчивается через 4 минуты. Франция в атаке. Здесь точно не стоило терять мяч. Фернандеш. Рафаэль Ляо с мячом. Рафаэл Герейру. Жуао Канселу. Немного времени добавили, всего 2 минуты. Дембеле. Мощно он сыграл сейчас. Адриан Рабьо. Интересный матч мы посмотрели. Финальный свисток зафиксировал на табло ничью. После так. Trying to get it on.
break it down, not the time to tell me simmer down. I don't care if I'm being too loud, matter of fact, I got one more round, so please don't ruin my, I'm just trying